Французы отправляются в Москву. Трехцветные обыграли красных дьяволов со счетом 1-0 и пробились в финал чемпионата мира. Единственный гол забил Самюэль Умтити, головой отправивший мяч в ворота после того, как Антуан Гризман разыграл угловой. Третий полуфинал подряд с участием французов заканчивается победой синих. Бельгийцы потерпели первое поражение почти за два года. На этом турнире они выступили очень уверенно, одержав 5 побед в 5 первых матчах. С кем французы поборются за кубок, станет известно в среду. За вторую путевку в финал сразятся сборные Хорватии и Англии.